Более чем на 4 миллиарда долларов вырастет промышленность в Канаде с легализацией рекреационной марихуаны, согласно исследованиям рынка. По законодательству взрослым будет разрешено приобретать до 30 граммов у дистрибьюторов, которые получили лицензию федерального правительства. Тем не менее, индустрия каннабиса испытывает трудности из-за бесконечных регламентов и законов, необходимых для легализации ее использования. Проект GBIT предлагает блокчейн-решения, с помощью которых рынок каннабиса станет полностью независимым от финансовой системы и ее влияний. Этот немецкий проект имеет сильную команду и консультативный совет. Один из многих экспертов, Александр Прейс, генеральный директор GBIT, имеет более чем 10-летний опыт работы на мировых финансовых рынках. Он также изучал и применял сложные языки программирования в ранней юности. Уже более 4 лет он работает над решениями, основанными на блокчейн. Напомним, что продажа токенов GBIT начнется 1 июля 2018 года. Так же, как и Канада планирует легализовать рекреационную марихуану в июле этого года.